дорогой Раф, а когда наоборот Творец дает тебе ощущение, что он приближается, ты чувствуешь соединение с товарищами как-то по-особому, это как-то так приятно, очень хорошо, но как это не получать просто вот так напрямую? А хочется это как-то отдать Творцу или как-то ему отплатить за это? Или я даже не знаю. Ну, в общем, как-то стыдно это принимать вот так просто. Есть у тебя товарищ, есть у тебя группа. То, что ты даешь десятки, ты даешь Творцу. Это все. Если я даю десятки, да? Так это уже действие, когда я даю Творцу. Ты можешь добавить к этому еще больше намерений, еще больше, большую отдачу, но, по сути дела, это направление. Это называется от любви к творениям, к любви к Творцу. Когда одно реализуется в другом. Так а смысл, как бы вот это ощущение величия Творца, его не получать ради себя вообще, то есть как бы не чувствовать его вообще, а что чувствовать? Чувствовать товарищей, чувствовать... Начни с того, что ты хочешь дать что-то товарищам, скажем, ты приносишь им какое-то угощение, пирог, торт, да, что-то. Что-то приятное, вкусное, сладкое. И ты этим хочешь передать свое отношение к Творцу. Все вещи, которые ты приносишь в десятку, имей в виду, что это Творцу. И тогда ты начнешь чувствовать, что на самом деле за товарищами он стоит и принимает твое отношение.